Есть старая традиция. Когда мастер создает новые часы, он устанавливает стрелки на 6 часов. Они еще не запущены, но уже разделяют время. Все, что слева от стрелок, это уже произошло, наше прошлое. Все, что справа, запланировано и только наступит, это будущее. Не спрашивайте меня, как это получилось, но я живу с обеих сторон стрелок. Объясню, как это. Смотрите, слева мое прошлое, справа мое будущее. Я чувствую и вижу это одновременно, как вы сейчас. Стоит начать что-то делать в прошлом, как сразу появляются последствия в будущем. Стоит коснуться результата в будущем, так в прошлом в голове мечты уже рисуют образы и планы. Я просыпаюсь сразу в 2011 и 2013 годах. Обычная программа. Чай люблю черный, зеленый. Я – это один и тот же человек, но разные прическа, одежда, привычки. Я живу как студент и аспирант одновременно. Курю. Ну почти. Что-то меня заставило бросить в будущем. И да, теперь у меня двойная прописка. Друг. Настоящий друг появился в будущем. Раньше я бы прошел мимо человека с книгой в руках, но все меняется. Он влюблен. Про такие пары говорят. Кажется, что они всегда были вместе. Их трудно представить по одному. Странное ощущение. Я знаю их и при этом еще не познакомился. Но в прошлом и в будущем я чувствую, будто всю жизнь они поддерживали меня и были где-то рядом. А самое удивительное – это мое сердце. Оно начинает бешено стучать сразу в двух временах – от мысли, от взгляда, от ее прикосновения. Я долго пытался это объяснить. Ты ее еще не встретил, но ты уже знаешь, что будешь ее любить всем сердцем. Видимо, это то, что называют судьбой. Она касается моей руки, а ощущение, что нажата какая-то кнопка. Во мне запущена цепная реакция, мурашки по спине. Творить. Да, хочется именно этого. В прошлом ее образ, в будущем ее тепло заставляют делать то, что я раньше считал бы сентиментальной глупостью. Но сейчас это движение становится главным смыслом этой минуты. Минуты рядом с ней. Она моя муза. Я читаю, изучил многие тома стихов. Она любит их слушать. Любовь – над бурей поднятый маяк, не меркнущий во мраке и тумане. Любовь – звезда, которую моряк определяет место в океане. Любовь – не кукла, жалкая в руках у времени стирающего розы. На пламенных устах и на щеках, и не страшнее времени угрозы. Она умирает ровно в 6 часов. Порок сердца. Пустота – это неверное слово. Вроде время так и продолжает идти, и мир тот же. Но постепенно я замечаю, как все начинает изменяться. Будущее без нее. Сначала померкли краски, опустели улицы. Я не знаю, куда я двигаюсь и зачем я это делаю. Я больше не слышу звуков, не чувствую запахов, я не чувствую себя. Потерял связь между прошлым и будущим. Больше его не вижу. Я не сопротивляюсь и жду, когда то же самое произойдет с прошлым. Но вместо этого я вижу ее, такая же красивая,
она уходит, пытаюсь догнать. Я не чувствую ее тепла, но сердце бешено колотится, как когда-то давно оно колотилось в будущем. Почему? Почему я не могу прикоснуться к ней? Она ведь рядом. Вот, вот, еще совсем немного, и я дотянусь до ее руки. Не понимаю, что моя фантазия, что реальность. Я забываю обо всем, живу в прошлом лишь ради ее образа. Но она лишь ветер моих воспоминаний. Это не пустота. Пустота не складывается из образов, чувств и эмоций. Это вспышка света, настолько яркая, что на месте теней прожигают образы в прошлом. Настолько слепящая, что засвечивает будущее, как дешевую кинопленку. Слева – мое прошлое, справа – мое будущее. Разве здесь можно разглядеть жизнь? С одной стороны стрелок – мое прошлое, с другой – мое будущее. Но главная суть циферблата в другом. Посмотрите на свои часы. Все стрелки имеют заостренную форму. Ведь они тонкий мост между тем, что миновало, и тем, что грянет. Они компас, который указывает, где вы сейчас находитесь, чтобы вы не теряли единственное важное время. Этот миг, наше настоящее. Я приехал в Петербург в 2012 году. Тихий и спокойный, красивый город. Меня тянуло сюда. Я научился жить в настоящем. За это пришлось многое потерять. Не было образов теплого будущего, но и не было холодных воспоминаний. В настоящем я мог чувствовать, осязать, различал цвета и запахи. Ничего не огорчало, но ничего и не радовало. Обычная жизнь среднестатистического человека. Неожиданно я почувствовал что-то теплое. Про такие пары говорят. Кажется, что они всегда были вместе. Их трудно представить по одному. Раньше я бы прошел мимо человека с книгой в руках. Дежавю? Красиво. Она касается меня, а ощущение, что внутри запущена цепная реакция, мурашки по спине. Я не знаком с ней еще, но я уже знаю, что буду любить ее всем сердцем. Видимо, это то, что все называют судьбой. Как же все просто, ведь есть только этот миг, настоящий, единственный, и он больше не повторится. Не нужно думать о вчерашних чувствах, не стоит бояться потерять их завтра. У любви нет прошедшего и будущего времени. Нужно не выпускать любовь из настоящего. Просто попросите ее лишь об одном. Пожалуйста, останься со мной. Без лишних исторических драм. Без громких слов, без слез и причин. До новых берегов, до утра. Пожалует к нам в гости луна и заберется прямо в постель. Луна от одиночества пьяна, пьяна. Ведь ей не 18.